пауза откуда? Милая история. А в этом видео мы будем все эти подарки раскроить, ребята! Ангел, скажи, пожалуйста, ты в кого хочешь превратиться? Я хочу превратиться в Дори! Тогда закрывай глазки, нам нужно немножко мэджик. Что мэджик? Ангел! Ты превратилась! Вот это новогоднее волшебство! Ну-ка погружись! У тебя даже сзади хвостик и плавнички! Ты такая хорошенькая! Так, а как там нужно? Just keep swimming, just keep swimming. Ну-ка, давай, малыш, как нужно там? Настало время найти, что ты хочешь следующее. Смотрите, ребята, какой запасной пакетик. Может, я думаю, сумочка куколку, для хранения, да? Наверное. Да, хранение куколки. Да? Куколку, если хоть с ней погулять, ты можешь ее воспитать, то как раз она не упала. Ну да, удобно, малыш, да. А, ну, с тобой на улице гулять, да? Да, я знаю. Или в путешествие. Давай посмотрим. Один слой, ребята, вот. Так, вот они у нас какие хредербук. Ангел, смотри еще, что внутри. Шопкин с наклейки. Давай посмотрим, Ангел, какие есть. Так, вот. Ой, у нас. Лепилулу. Ой, Лепилулу, да, ты ей была. Ну что? Опа. Так, мэджик. Красиво. Такой еще не было. Ангел, была или не была? Повторки славно не могут попадаться. Помните, что мама сказала? Да. У нас, мне кажется, была. А может быть, мы посмотрим. Ну, куколки начнем. Да, давай. Сейчас мы по возгласу поймем. Какая красивая. А интересно, что она, ребят, у них же большие волосы не проблема, а она у них, смотрите, корея. Такая прикольная. И поэтому она вот здесь закрыта была. Да. Ангел, ну вообще классно. Так, что здесь? Так, давай, что написано у нас, значит? Just my style. Ну, давай, открывай, что для ее стиля. Я уже читаю. Что-то для ее стиля, да? Так. Так. А, Ангел, а вот у нас вылетел. Ее тоже зовут Селли. То есть у нас есть вот такая. Это разный вариант. Просто она, да, в другом образе. Это тоже Селли. Да, красивая корыта. Да, смотрите, вот ее можно за ухо поухаживать, за волосиками. Так. Оп. Лапы за ней. Так. Так, там у нас телефон. Какие туфельки или что это, малыш? Туфельки. Одевай, покажи ребятам. Ой, красивые туфельки. Да, какие-то вот, как бы шмачки, что ли, да, красивые. То есть это Селли. Так, что там, Ангел? Давай смотреть. Что там? А, смотри. А что это такое? Это, наверное, может быть... Таблетка. Нет, а мне кажется, может, это картина. Таблетка. Таблетка? А что это за таблетка? Таблетка, это я знаю, что. Таблетка, это смотреть по косичке. Разрешите, я вам ваши волосы освобожу. Смотрите, Глория как будто. Да, Queen of Girls, да. Какая прядь, Ангел. Ух ты. Смотри, как здорово. Вот прям как интересно, на примере. Да. То есть вот она, с короткими волосами. Но ты можешь вот так вот, давайте мы сейчас сделаем. То есть ты ей, смотри, Ангел, как можно сделать. Ты ее так застегиваешь, и у нее вот. Зеленая прядь. И она вся такая яркая. Так, а что следующее хочешь? Ну ищи, где следующее хочешь. Давай, еще одну. Поправиться, Маш. Все-таки Дори сегодня. Вот. Я думаю, для нее будет подушка. Ну давай. Да? Интересно, достаем. Раз, так, здесь. Мэджик. Смотрите, такой не значит с куколки. А мы, ну, я сама достаю. Что, подглядывать будем? Нет, такой не то. Так, подожди, да, дайте удобно массу. Вину сама. Вау! Пачка какая-то. А это Диди Лишес, только с новой прической, Ангел. Диди Лишес, давайте посмотрим. Скорексуса. Ой, ну какая классная. Хорошенький. Хвосты такие длинные. That's my style. Delicious. Ой, такие хвосты длинные. А я знаю, какие у него красивые туфельки. Ну, давай.
Вот такие. Так, что у него во втором, получается, отсеке на этом? Love is in here. Вот такие вот тапочки, ребята. Ой, какие хорошие. Тоже какие-то косиночки, да? Давай померим, да. Да, давайте. Специально они так сделали, как будто дома, как будто зевачка какая-то. Да, похоже, да? Как будто детскую жвачку. Вообще она называется детская зевачка. Да? Ой, так это как мармелад мишки. Любимый, смотрите. Поближе покажи, малыш, туфлис. Вот. Видите? Мишки, они даже полупрозрачные, как вот мишки, мармелад. Так, что там? Хэппи-гир. Вау! Sunglasses like a heart. Какие крутые очки, малыш. Делает сердечко вам, ребята! Последний. Вот. Да. Круто! Такого мы еще не видели. Красиво. Queen of Curls, да? Что там? Так. Правда, ребята, смотрите. Заколочка, ребята. Как мармеладовая мишка, заколочка. Она красивая, ребята. Смотрите, какие у нее красивые сейду. Смотрите, какие у нее красивые тусельки. Ребят, смотрите, какая у нее красивая. Такая ночная какая-то фея, да? Мне кажется, принцесса Луна просто в другом области. Да. Я думаю. А глазки желтенькие. Смотрите, она без крючи малочки. А, вот видите, внутри, ребят, в коробке, вот она как выглядит. Видите? Красивая. Ну-ка, давай рассмотрим ее крылышки сзади. Ой, а у нее они крылышки есть. Смотри, ангел, она летает, точно я тебе говорю. Может, вот тоже помогает Санте. Так. Открывай, малыш, что там. Ой, какой хороший. Первый Хардорблс. Ой, Хардорблс. Ой, да. Дорблс. Дорблс просто. Ой, вот они, какой маленький. Ой, эскимо. Айскрим какой-то. Какой-то крошечный. Да. Ну, у них все получается крошечное. А, смотри. Значит, это у нас домик, да, малыш? Ой, а это кто, ангел, узнаешь? Смотри, а это Ник. Да, смотри, лисица. Так, ну-ка, может, ее посадить надо куда-то или что? Как думаешь? Ну-ка, давай разберемся. Нет? Сидит? Ну-ка, давай. Сидит. Ой, сидит. Хороший. И вот ему. А смотрите, если вы хотите, глаза-то? Ребята, сделать босой дом, вот можно что сделать. Видите? Их можно собирать друг с другом. Да. Получается, да? Вот, вот видите, такой, как есть конструктор. То есть это, допустим, первый этаж. Сейчас откроем Микки, например, второй этаж. Вот дверка. Смотрите, ребята. Давайте посчитаем вообще, сколько мы садим. А вот видите, вот можно переходить дорогу зеленого света. А здесь, да. Сюрприз инсайд. Ну, не знаю, давай смотри, что там. Ой, там еще сколько сюрпризиков. Так, это что такое вот? Не знаю. Не знаю. Может, ребят нам подскажут? Интересно. Бабушка там. Бабушка Маны. Так можно еще одну фигурку, получается, да, найти в домике? То есть нам попал, смотрите, домик. Домик попался. Бабушка Муана и Джузи, да? И аксессуары. Just keep swimming. Ой, что нам Дори принесла? Смотрите, ребята, посмотрите. Ой, она как тоже из подводного царства. Ребята, смотрите. Stingray, да? Это мистер Стингрей. Какой классный. А ну-ка, Маш, он катается, покажи. А у него колесики, да? Вау, смотрите, ребята. Я что-то принесла, ребята. Так, ангел всех усаживает. Все, сейчас поедут в путешествие. Finding Dory, Finding Nemo, да? Daddy, Madeline, да. Тут у нас на их Nemo. Рассаживаем. Оп. Тут даже 5 кило, наверное, вместится. Ух ты, правда, ну погоди, давай. Ух ты! А там есть. О! Мам, я же сегодня год шутки и Новый год. Мне хочется приодеться в Немо.
настало время чудес? Да. Ну давай, кружка-то не простая, она волшебная. Она сначала должна превратиться из розовой в серебряную, и ты из Дори в Немо. Готова попробовать? Ничего себе, ребята, вы смотрите, как она тлится. Сзади волшебство тоже начинается. Да. Magic everywhere. Вот так. Так, ну что? Так. Ангел! Получилось! Вот это мэджик! Смотрите, ребята, тут Квинби, Локи, Дива. Посмотрите. Это шарик, да, малыш? Нам попадется Дивс. Вот за малиновый шарик. Вот у меня подозрение, что здесь должно быть 5 сюрпризов. То есть, смотрите, ребят, вот видите, здесь как бы 4 и 5 мы как бы не знаем, что. Или всего один. Я не знаю, давай проверим. Давай. Ну, давай. Цвет шарика очень красивый. Ну-ка. О, все-таки много! Смотри, ангел, ну-ка, это сквиш. Сквиш-ракуш. Ой, ангел, сквиш-ракушка. Ты Немо. Ну-ка, послушай аромат. О, вкусно пахнет. От Лолушки сквиш. А это помада, хочешь намажем? Это гигиеническая, детская. Маленький. Намазь, намазь. А у тебя кто там на помаде нарисован, покажи. И русалочка. Ну, давай, смотри, берем шарик вот сюда. Наклей. Так, нет, его шкатулочка. Ну, у нас сквиш наклей. Шкатулочка будет. Ну-ка, покажи. Потом оно так хоп, то вместе с ним. Ну, красиво. Покажи ребятам, как получилось. Ангел, еще неклейс. Ух ты. О, давай тебе оденем. Давай оденем. Неклейс. Давай мы сейчас вот ее распутаем. Так, ну-ка, ты же у нас подводный герой. Ну, я за Немо, Немо нет неклейса. Давайте оденем. Ну, ты скажи, ты подводный герой? Так, ты же под водой живешь. Значит, тебе не просто так подводная тема попалась, да? Смотри, как здорово. Так, хорошо. Складываем шкатулочку. Что следующее хочешь? Ты хочешь вишениста? И еще тебя Шопкинс ждет. Что будем открывать? Всегда трудно выбрать. Хочется все открыть. Дурбл будем? Дурбл. Давай. Так, давай дурбл. Так, ну здесь у нас... Давайте свой открываем. Есть интерпорация. Буду кукурузник. Это домик, где можно ставить. Давайте я тоже. Ну-ка, давай посмотрим. Это там, вот там вот это, вот сюда куда-то идет. Фотоаппарат или что? Напишите в комментарии, ребята, как это. А, нет, это, наверное, какой-то собиратель кликов, может, это. Телевизор. У них же там целая корпорация, да? Ну, спросите у ребят, может, они... Мы же не уже смотрели, давайте посмотрим. Это что, мой маленький Майк? Да. Вазовский? Ой, какой крошечный. Так, и какой-то у нас должен быть там секрет. Секретный герой. Кто же там? Ангел! Фроузен! Фроузен! Сана Эльзи. Так, теперь давай мне помогай открывать. У меня мой любимый бист. Так, значит, сначала его замок. Вот видите, ребят, дверка. Открывается, закрывается замок, да? Угу. Так. Сейчас ангел нам достанет такого прекрасного. Ой, какие глаза! Как же можно быть злым с такими глазами? И с такой улыбкой. Хорошенький. Хорошенький. Ой, какое чудо. Хорошенький. Что там, малыш, в наборе? Ой. Так, а что в наборе? А, значит, это у нас, наверное, столик. Да, малыш? Это что-то такое маленькое. Сундучок. Что там еще, малыш? Там это зеркальце. Зеркало, помните, которое... Что что захочешь увидеть, смотри в зеркало. Так, малыш, ну давай, интересно прям, какой герой ты. Яблоко на текстуре, яблоко на текстуре. Blind Bat, да? Что там, хани? Это кто мы? Венди из Питера Пэна. Вот она какая хорошая. Хорошенькая. А вот сзади они, видите, да. Так, ну что? Яблоко
Яблоко на тисуле. Ой, какая она миленькая. Сейчас, малыш, вот еще. Ух ты. Ну, давай посмотрим, миленькая. Какие у нее цветом глазки. Ну-ка. Красиво. Ты хочешь на подставочку? Давай. Подушку, ребята. Ой, смотрите, ребят, какая красивая. Ханя, смотри, как будет, что у нее на платьишке нарисовано. Пампушки. Какие-то пампушки. Мне кажется, пампушки. Она вообще вся пампушка такая. Видите, у нее Шопкинс пампушка. Ребята, посмотрите, какая девочка. С Новым годом, ребята, с Новым годом. Ангел хочет подружку. А как зовут подружку? Давай посмотрим, малыш. Лемон какой-то, лемон миленький. Да. Итак, ребята, мы ее открыли. Посмотрите, как у нее юбочка в виде лимонов. Смотрите, тут лимончики, ребят. Лаймы, смотрите, да? Под смотри, юбчик, массу лимона. Подъемчик, вот, видите, какой под резиновый. Ой, а он такой, смотри, Маш, как резиновый, да? Неоново-розовый. Смотрите, ребята, у нее каблуки в виде лимона. Она, наверное, сама как лимон, ребят. Видите, у нее тут тоже вот лимон. Смотри, Маш, желтенький – это лимон, а зеленый – это лайм. Поэтому она вся желто-зеленая, видишь? Вот. Она и в лимонах, и в лаймах. Да классная девчонка. Можно посадить, кстати, у нее нет поставочки. А что в наборе было, Маш? Давай покажем, ребята. Тут есть лосьонсочка вот такая. Какой-то апельсин, ребята. Как лимончик. Как лимончик, да. Это напиток, ребята, вот тут вот есть. А это что ли пирожное? А это пирожное, видишь, смотри. И главное, с лимончиком тоже. Лимончик. Ой, наверное, любит все кислое. О, а мы не обратили внимания, Ангела. Посмотри, какой у нее аквагрим, смотри. Ага. У нее над глазком нарисован лимончик. Да. Она мне очень нравится. Какой ты хочешь первый открыть? Ну, я смотрю, кудряшки. То есть у нас получается вот это, ребята, серия Барби Фэшениста. Да, здесь очень много куколок разных. И вот у нас две абсолютно разные. Одна темнокожая с темными волосами, а другая светлая кожица, покажем вам с ребятам, со светлыми волосиками. Ну, а при этом они лучшие подруги. А это еще Барби из той истории. Ребята, посмотрите, какие у нее кудряшки. Кстати, кудряшки нельзя чувствовать. Они залачены. Залачены. Да. Посмотрите, какое красивое залезли серебряного цвета. Смотрите, какая юбочка. Смотрите, с колоннами там она. Ой, правда, Ангел? Настоящий, да? И вот такие туфельки голубые. Смотрите, какая вот цвета. Да, Ангел, как ты углядела. А это прям кружево. Все в кружеве. Такая она модная, красивая. А какие каблучки у нее? Высокие у нее каблучки? Давай посмотрим. Высокие. А у твоей Барби, смотри, столько красивых. Ну, у меня такая вся прям необычная. Так, ребят, ну что, достали, которая мне нравится. Мамочки, афроамериканочка, смотрите, какая красивая, с длинными черными волосами. Очень шелковистый, прям натуральные смотрите, волосы. Смотрите, ребята, тот сюда не глядела. Шикарные серьги, да, малыш. Очень красивая радужная платьица. Смотрите, сзади синенькая. А спереди такое вот блестящее. И кроссовочки беленькие. Очень красивые. А макияж, Ангел, ты посмотри, какие у нее черные стрелочки, вон. Бровки, губки розовенькие. Очень красиво. А что ты оставила напоследок себе? Я оставила Сари Глу золотого цвета. Ура! Давайте скорее его откроем. Давай, малыш, откроем. Сарик золотой! Так, что вот там? А, подсказочка нам. Дай мы сапоры, да? Как все я красиво! Вы можете тут пока писать, а мы... Как красиво! Вау! Дай ну вот, мамочки, бы немножко Magic Powder на мамочку такой одеть. Как красиво, Ангел! Такие розы. Давай, малыш. Давай. Ой, там тоже что-то блестит. Дай мне открывай. Подожди. Не терп... О, давайте, вот смотри. Вау. Невероятно, да. Вот это вот серия, блин, да? Все сияет. Давай, малыш. Что там делать? Ух ты! Какое платье! Вау! Ну, девочки, смотрите! Ставьте лайки скорее, кто мечтает о таком платье. Еще и туфельки такие! Вау! Подождите, сейчас
сейчас тут вот ангел. Но, ребята... она невероятно красивая, ангел. Сейчас мы ее повесим на елочку. Она же у нас новогодний шарик. Ой, я тоже такой наряд хочу. Ты чего ж красивая. Давай мы ее вот так вот, значит, поставим. Да? Так, закроем ее. Ангел, ну что? Ты готова вешать? Ой, ну давай, давай, положим. Ой, какая красивая. Просто невероятно. Ну что, выбирай ей место. Ребята, вам понравились наши подарки, которые Санта нам подарил? Лудоська.